Здравствуйте, это программа «Днями», я Андрей Скоробогатов. Сегодня в выпуске. Как вам живется и работается в Могилеве? В Могилеве, наверное, лучше Могилева нету. Люблю Беларусь и Бобрусь за то, что у меня жена бобручанка белорусская, а сам я сибиряк. Могилев и Бобруйск – города-юбиляры. В Могилевской области в первую очередь иностранных туристов интересуют наши природные ресурсы, природный фактор, охотничий туризм. Туристические интересы на Бобруйском инвестфоруме. Ощущения повторяются. Как будто в молодости получаем квартиру, но уже на большую семью. Китайский дом в Могилеве – жилье для 120 семей. Мы находимся в деревне Заполье, Белынинского района, Могилевской области. Трудовое лето семьи Митьковых. Есть на свете вещи гораздо более важные, чем деньги, ежедневная суета, заботы. Духовная музыка звучит в Могилеве. 22-й фестиваль «Могутный Божа». Потому что цирк – это душа. Цирковые закулисья от жонглеров до верблюдов. 750 и 630. Могилев и Бобруйск отмечают юбилейные даты с дня основания и празднуют с размахом. Дружеские встречи, представительные делегации, массовые мероприятия, звездные концерты, невиданные ранее шоу и салюты. Кстати, этими же днями свое 145-летие отпразднуют и районный центр Осиповичи. В общем, мы поздравляем все города-юбиляры. Построенный на высоком холме у излучины Днепра, Могилев известен 7,5 веков. Сегодня это третий по количеству жителей после Минска и Гомеля город Беларуси. Здесь свой колорит, свое течение времени, и могилевчане любят свой родной город. Могилев я люблю за тишину, за простоту людей. Лучшие люди на свете здесь. Я в Могилеве учусь, и мне нравится этот город, потому что он дает мне образование. За то, что он стал преображаться, во-первых, люблю. Много стало появляться красивых мест, мест развлечений, мест отдыха. За все. За красоту, за чистоту, да, за людей, за все. Красиво, много зелени, много детей, много молодежи, много студентов. То есть, в принципе... Город живет. Да, город живет. А за что вы любите Могилев? За красоту. За все достопримечательности, которые есть в нашем городе, за праздники, которые устраивают здесь. Все для нас, для горожан. В 2016 году в Могилеве родились почти 4,5 тысячи малышей. Мальчиков и девочек почти поровну. Мальчиков традиционно немного больше. Понятие «естественный прирост», которое отражает демографию, у города величина положительная. И это очень важно для того, чтобы он жил и развивался. Экономика Могилева, главная опора его благополучия, это более 6 десятков производств. Развиваются и другие отрасли. К примеру, в сфере бытовых услуг работают более 1200 объектов. В торговле более 6000. Как вам живется и работается в Могилеве? В Могилеве, наверное, лучше Могилева нету, потому что я всю жизнь здесь. В 75-м уехал, поступил в училище, отучился и потом по Союзу колесел. И вот вернулся через 50 лет, я его не узнал. Бобруйск встретил свой 630-летний юбилей в статусе культурной столицы Беларуси. Высококультурным его провозгласили еще Ильф и Петров устами своих известных персонажей. Теперь, как и дети лейтенанта Шмидта, побывать здесь стремятся многие. Но уже, конечно, с другими целями, действительно культурными. Почему бы и нет? Бобруйск – второй город Беларуси после Пинска, в котором сохранились крепость 19 века и массовая дореволюционная застройка. Много знаковых мест появляется и сегодня. Бобруйчане среди уникальных архитектурных строений чувствуют себя комфортно. Здесь много красивых мест. Крепость, санаторий, улица Социалистическая. Прекрасно, что можно посмотреть. Наши бобры, их уже стало много. За что любите Бобруйск? В настоящее время, да, я его люблю. Раньше он был серый, а сейчас он довольно-таки симпатичный город стал. Бобруйск – это особый город не просто в Могилевской области, а во всей Беларуси, со своим стилем и характером. Но семья для бобруйчан по-прежнему остается высшей ценностью.
И Могилев, и Бобруйск любят и ценят их жители. Радуются успехам, спорят о проблемах, надеются на лучшее будущее. И оба города-юбиляра достойно смотрятся на карте Беларуси. За что вы любите Беларусь? Потому что живем. Нам здесь комфортно, уютно, чисто, красиво. Дети наши спокойны. За это и любим. Скажите, а ваши дети останутся жить в Беларуси? Ну, я думаю, да. Я всю жизнь прожила и думаю, что они останутся. Представители трех десятков стран приехали в Бобруйск на 9-й международный инвестфорум «Мельница успеха». Инвесторы изучают лучшие предложения по приоритетным направлениям развития Могилевской области, а одна из секций форума посвящена развитию сферы туризма и культуры. Об этом мы поговорим с заместителем начальника управления спорта и туризма Могилевского облсполкома Вадимом Брежезинским. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, с чем связано появление темы на инвестфоруме туризма, потому что обычно говорят о производстве, об экономике? Ну, на мой взгляд, это в первую очередь связано с тем, что туризм уже давно отрасль мировой экономики. По данным из открытых источников, в Беларуси туризм составляет примерно 5,8% внутреннего валового продукта. А в Могилевской области как много туристов приехало к нам в прошлом году? Будет ли их больше в этом? Организованных туристов в нашу область въехало в прошлом году порядка 8 тысяч человек. Надо сказать, что в гостиницах проживало свыше 31 тысячи иностранных граждан, в санаторно-курортных учреждениях свыше 7 тысяч граждан. В этом году наблюдается тенденция к увеличению иностранных туристов. Так, по оценкам за полугодие, свыше 4 тысяч человек посетили нашу область с различными целями. Но в Могилевской области что они смотрят? В Могилевской области в первую очередь иностранных туристов интересуют наши природные ресурсы, природный фактор, охотничий туризм. На прошлом инвестфоруме уже была секция туристическая. А был ли заметен интерес других туристических фирм иностранных к Могилевской области? Да, безусловно. По итогам прошлого экономического форума, который, на мой взгляд, выдался плодотворным, проявили интерес туристической компании из Польши, России, наши традиционные партнеры. Также иранская туристическая компания проявила интерес к нашему именно краю. Латвия активно проявила себя. И мы в этом году видим уже результат от того форума. То есть об этом мы можем судить по деятельности наших туристических компаний, которые привозят сюда иностранных туристов. Это вот мы сейчас являемся свидетелями крупных событий. Это юбилейные даты города Могилева, Бобруйска, фестиваль «Венок дружбы», фестиваль, который грядет «Александрия собирает друзей». На кону в конце июля месяца нас ждет увлекательная бар-рыбалка, дальше рыцарский фест Мстиславля, Маковей. То есть в течение года проходит ряд знаковых мероприятий, которые привлекают туристов как местных, так и иностранных. Можно ли говорить, что на эти мероприятия люди, иностранные туристы, приезжают автобусами хотя бы вот так вот, в таких? Безусловно, об этом свидетельствует статистика. 5 автобусов традиционно, минимум 5 автобусов. Это Александрия собирает, бар-рыбалка. В этом году больше активности иностранцев, там мы ждем от 5 до 6 автобусов. Это через одну только туристическую компанию. Едут также неорганизованные туристы. Ну, безусловно, все это положительно влияет на экономику региона, на имидж региона. Когда к вам приезжают друзья из-за границы, что прежде всего на территории Могилевской области вы им советуете посетить, что посмотреть? Или куда сами отвозите? Ну, это наши знаковые исторические места. Это прежде всего, наверное, город Могилев, поскольку я сам являюсь могилевчанином. Его историческая составляющая. Это россиян интересует тематика Николая II. Это последняя столица империи. Естественно, Свято-Никольский монастырь пользуется спросом. Для гостей из Японии, Китая, прежде определяющим фактором в посещении нашей области является природа. Славгородская граница очень интересует, Бобруйск. Вот не зря форум проводится в Бобруйске. Мы хотим открыть для посетителей Бобруйский регион. Но это все-таки еще и культурная столица в этом году. Безусловно, да. Ну и город интересный, я думаю. В мире второго такого города нет, как город Бобруйск. Очень колоритный город. И когда мы приглашали посетить нашу секцию на форуме, безусловно, на колорит Бобруйска делался акцент. Спасибо вам большое за разговор и желаю удачи на инвестфоруме. Спасибо вам большое.
Новый дом в Могилевском районе Казимировка сдан накануне праздника города. Этот дом уже получил прозвище «Китайский». И это логично, потому что он построен за счет технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Дом социальный и ключи от квартир получат 120 семей, которым положено бесплатное жилье. Но китайский дом в Могилеве не единственный в области и республике. Такие есть в Осиповичах и Бобруйске, расскажет Андрей Шуляк. Уважаемые гости и жители нашего города, новый дом готов принимать своих жильцов. Этот дом построен за счет технико-экономической помощи Китая по соглашению между правительствами двух стран. Домов будет больше, но уже в первый этап проекта китайцы вложили 9 миллионов долларов. Говорят, это не просто социальное жилье, это знак дружбы между китайским и белорусским народами. Чем интересен вам этот проект? Чем интересна Беларусь? Очень-очень теплый, хороший, добрый народ. И, во-вторых, у вас очень хорошая погода. Китайцы рассказывают, что они довольны качеством строительства. Для них это было очень важно и надеются на дальнейшее сотрудничество. На данном объекте использованы исключительно материалы белорусского производства. Поэтому будем поддерживать отечественного производителя. Жить в новостройках будут те, кто имеет право на получение социального жилья. Сироты, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные семьи. Ощущения какие? Вы знаете, какие? 34 года назад мы сами с мужем получали квартиру. Ощущения повторяются. Как будто в молодости получаем квартиру, но уже на большую семью. Будущие хозяева осматривают свое жилье. Ремонт сделан, сантехника установлена. Здесь квартиры в одну и две комнаты. От 36 до 60 квадратных метров. Рос без родителей, стал на очередь. Для одного человека, скажем, даже для семьи довольно можно прожить. Уже лучше, как говорится, и не с нуля полностью начинаешь. Помогает государство как-никак. Будете себе звонить или уже есть? Нет, семьи пока нет, еще молодой. В планах продолжение строительства за счет помощи китайской стороны. Это еще предполагает 7 домов строительства аналогичного социального жилья. Там будут затронуты Бобруйск, Могилев, но уже и районы будут. Быхов, Климович, Кричев. В Могилевской области в этом году собираются перевыполнить план по строительству жилья. Из заявленных 300 тысяч квадратных метров уже построено 140. Доля социального жилья составляет около 10%. Интонация недели музыкальная. Международный фестиваль духовной музыки «Могутный Божа» – гордость Могилевщины. В этом году он прошел в 22-й раз. Музыка в Могилевском костеле, концерты на площади звезд, праздник колокольного звона на Архиерейском валу. Больше 1000 гостей из 18 стран. Про «Могутный Божа» – наш рассказ. У Могилеве знов гучить величный «Могутный Божа». Верш Натальи Арсеньевой покладены на музыку Миколом Равенским. Ім створены ў 40-х годах мінулага стагоддзя, і яго першы радок даў назву Магілёўскаму фестывалю духовнай музыкі. Чистота души, чистота помыслов, чистые взгляды в будущее. Все это нам дает этот фестиваль духовной музыки «Могутный Божа». Могилевский фестиваль ведет свою историю от 1993 года. Главная идея – экуменичная, сближение разных христианских конфессий, яким наканавана жить у згоди и миры. Гэтаму и может посприять музыка. Надо любить музыку. Если ты полюбишь музыку, значит, ты можешь полюбить и того, который рядом с тобой исполняет ее. Фестиваль «Могутный Божа» не только про узнеслую духовную музыку, и он про то, как заховать поразумение помеж людьми в наш час. Любые ситуации можно решить так. Мирно, с улыбкой, с добром. Если посылаешь добро другому человеку, оно тебе возвращается. Мне кажется, музыка помогает? Обязательно.
Конкурс хоровых коллективов, что ладится у межах фестивалю, стал одним из самых масштабных за всю историю Могутного Божа. Дитячий хор Сербии, чистый унисон, стройная гармония, щирость выполнения под скляпениями костела створили отчувание хору анелов. Просто прелесть. Чистота здесь, вот на этом фестивале такая. Музыкальность исполнения, духовность мне очень важно. Вот это понятие слова, понимаете, духовность. Вот для меня это самое главное, когда идут мороз по коже, мурашки. Ту дня на площади Зорок концерт христианских групп и співаков. Співак Дені з Нігерії переодолів відлегласть у 8 тисяч кілометрів, каб виступити у Могильові. Я был на прошлом фестивале. Это как все произошло. И поэтому, когда в этом году меня спросили, а ты хочешь приехать? Я говорю, конечно! С этими концертами у городе отчувалось свято. Люди спынялись, слухали, вертались, и что день на площади собиралось все более молоди. Пытаюсь выбрать такую с хорошими словами, которая в общем о любви, о какой-то доброте, потому что Бог есть любовь. Он не какой-то бог, знаете, средневековый, о котором нужно петь только так-то или не иначе. Бог, он всегда актуален. Он был актуален в начале создания мира, и он будет актуален еще через 1000 лет. Каждый день парю в свободе. Свято звону – одна из головных подей у фестивалю. Сюда приехали звонары из многих епархий Беларуси. Символично, что ладилась импреза перед домом архиепископа-осветника, философа Георгия Каниского. Каждого, кто учится в школе звонарей, наверное, приходит время, когда он готов принять это как дар Божий, как благословение Божие. Могутный Божий межконфессийный фестиваль, и его гостей вабить миновито эта незвычайная атмосфера, что пануя на каждой концертной пляцовце. Чувствуете, когда звучит «Могутный Божий»? Вы знаете, понимая, что есть на свете вещи гораздо более важные, чем деньги, ежедневная суета, заботы. Есть что-то ценнее, чем это. Международный фестиваль духовной музыки «Могутный Божий» вернется у Могилю у 2019 году. Сейчас время праздников, но рабочий вторник наступит, и люди от отдыха вернутся к работе и обычной жизни. Об этом нам напомнил японский поэт Мацуо Басё, который жил в 17 веке. Басё был сыном самурая, философом-буддистом и обитал в хижине, возле которой посадил банан, что и определило его псевдоним. Басё внес огромный вклад в становление поэтического жанра хайку. Хайку – это не просто строки и слоги, а философия изящная, простая и повод к размышлению. После хризантем, кроме редьки, ничего нет. Это повод подумать о внешней и внутренней красоте. О природе больше 300 лет назад Басё сказал: «Возвысь свое сердце и вернись к обыденному». Обыденная жизнь летом в белорусской деревне живописная, но от этого не менее трудовая. В агрогородке Заполье скоро наступит сезон грибов и ягод. Кстати, именно в этих местах дарами леса можно заработать на жизнь. А вот домашнее хозяйство – забота круглый год. Митьковы – династия сельских школьных педагогов. Но домашнее хозяйство для них обязательное. Коровы, конь, козы и их хозяева на лугу у речки. Солнышко яркое, трава зеленая, птички поют, коровы пасутся, стадо коз выпустили на волю. Сколько их? 22, по-моему. Но пускай вас не обманет эта идиллическая картинка. За всем этим стоит большой труд. И неспешная прогулка с ведром на дойку скорее дань телесъемкам. Стой! Вот только рябина заупрямилась и сниматься не хочет. Но выручила нас ромашка. Стоять, хорошая. Стой. Стой, ромашка. Итак, Надежда Васильевна – учительница биологии на пенсии. Любовь к животным и к детям – главное в ее жизни. Было большое хозяйство с детства.
И вот это любовь видно. Любовь к животным и так с пеленок, как мы говорим. Алексею Андреевичу, как и его жене, уже за 70, но они держат большое хозяйство. Стараюсь поддерживать здоровый образ жизни. Не пью, не курю, но физически занимаюсь, видите? В общем, за лето им нужно заготовить ни много ни мало, а 20 тонн сена. Надежда Васильевна и Алексей Андреевич познакомились очень давно. Она была учительницей в Заозерье, он водителем автобуса. Потом вместе работали в запольской школе. У них дочь и две внучки. Дочь Наталья тоже учительница белорусской мовы и литературы. Добро увез. Вон, смотрите, тут козы, тут коровы, тут кони, люди, ягоды будут, утка, рыбы. Говорят, что запольская семья может заработать на дарах леса до 100 рублей в день. Но пока сезон задерживается, пасти коз можно с пользой для образования. Ну, это я что схватила, то и читаю. Называется «Тесты на рудицы». В общем, про Митьковых можно сказать, работящая семья, умные, добрые люди. Рассчитывают во всем только на себя, ни на что не жалуются и ни у кого ничего не просят. Скорее, сами нальют молока гостям. В хозяйстве, кстати, есть еще свинки и птица, но увидеть нам удалось только котят, которых здесь спасли и приютили. А в остальном Митьковы советуют трудиться и получать от этого удовольствие. Вот это счастье. Ну, для меня удовольствие это, конечно, это труд. Это чтобы в семье все было порядок. Я люблю работать. А сидеть просто так, сложа руки. Знаете, как это вот, когда другой раз вот заболеешь, и думаешь, боже мой, когда-то день этот уже кончится. Ну, а так пошел туда-сюда, глядишь, уже и вечер. И вот так ежедневно. Лето – время детских развлечений. Выбор на каникулах большой – от оздоровительных лагерей и дач до кино, театра и даже цирка. В Могилевской области на гастролях белорусский цирк «Шапито Дива». Могилевчане помнят, что когда-то прямо в городе, в Диве, выгуливали слонов, а вот теперь привезли верблюдов. В общем, наша съемочная группа Кристина Каранкевич и Николай Соболев побывала в цирковом закулисье. Это у нас мальчики молодые, 4 годика всего, да, сына? Это Чингис. Там и красунья мой, да? Где мой красусь? Чиночка, не лезь туда, сына. Вот. Эти животные привыкли к овациям и аплодисментам, музыке и свету софитов. Корабли пустыни демонстрируют трюки, радуются людскому одобрению и похвале, любят сушки и сухарики и требуют повышенного внимания и заботы. У них есть свои приоритеты, которыми они пользуются. Вот. У них есть свои обиды, свои какие-то самые привязанности. За ними нужен уход, за ними нужен присмотр. Да, все, мой золотой. Моя Мася. Да, все, ты мой золотой мальчик, все. Ты мой золотой мальчик. Да, мой золотой, да. Ты мой крошунчик, все. Чужих к себе верблюды не подпускают, но нам удалось с ними подружиться. Иди-ка. Почти принцесса цирка. Жизнь на колесах – испытание и не только для животных, но и для людей. И особенно детей. Для Арины гастроли в Могилеве вообще дебют и начало цирковой карьеры. Ее семья цирковая. Мама – гимнастка, а папа – эквилибрист. Цирковые артисты колесят по миру, а вот в Беларуси – впервые. Все, отлично. Да. Арина, ты просто суперзвезда. Расскажи, сколько тебе лет? 5. За сколько ты научилась делать все эти элементы? Мама меня учила настолько всех комплиментов, и с папой мы занимались очень много. Ей это нравится? Ей это нравится, безусловно. Она, я вот даже у нее спрашиваю, думаю, какой бы выбор она сделала. Она говорит, нет, я хочу быть артисткой, вот все, артисткой. Они навещают дом в редкие выходные, все оставшееся время проводят под грохот собираемых и разбираемых вагончиков и за кулисами сцены. Но артисты все до одного признаются, что счастливы и другой жизни им не надо. У нас очень быстро, очень шустро все происходит. По-волшебному будем так это говорить. Вы извините, я так чуть-чуть о пластик постучу. Да, это лучший тест на металл. Да, это звук. Смотрите, вот они, руки оголенные. Я не менял гвоздь.
У фокусников есть свой тест, своеобразный. Угу. Фокусники народ очень странный, ну, вы сами понимаете, я отношусь к этому народу. Так. Видите, и гвоздя нету. Кошмар какой. Нет, 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 это не йога, боже упаси. Это ловкость рук и никакого мошенничества. Чтобы вы плохо обо мне не думали, я его верну. Зритель идет в цирк за зрелищем, а оно зависит от тренировок. Остается только удивляться ловкости и мастерству жонглеров, ведь сдвинься я хоть на сантиметр, и по лицу ударила бы булава. Хорошо, что они не жонглируют тяжелыми предметами. Как говорится, жонглер тренируется 25 часов в сутки. Вы столько и тренируете? Постоянно. По большей части, да. Артисты молодые, полны сил, хотят работать, путешествовать и видеть мир. А мы, и, конечно, наши дети тоже, любим цирк и ждем удивительных представлений. Улыбнись. Не-не-не, сюда, сына, сюда. Давай. Это он так улыбается. Давай. Вот ты молодец, умничка мой. И напоследок про еще один юбилей. В этом году исполняется 115 лет с тех пор, как в Шклове началась закладка парка. Тогдашний министр путей сообщения Российской империи Аполлон Кривошеин построил в Шклове картонную фабрику и усадьбу. И парк стал частью комплекса. Местный садовник Малиновский, который заложил парк, учился 2 года в Варшаве. Он создал тополиное, дубовое, липовое аллеи, и сейчас это памятник садово-паркового искусства. Самому старому тополю около 300 лет. Его называют Екатерининским. По легенде, там гуляла российская императрица. В Шклове сохраняют старину. И деревья, и пруд с кувшинками, и входные брамы, которые недавно обновили. Старый парк живет. Берегите себя. Программа «Днями». До встречи в эфире.